старейшая турфирма мира Томас Кук объявила о своей ликвидации. Это один из крупнейших туристических холдингов Европы, созданная на базе британской фирмы, основанная Томас Куком в 1841 году. Холдинг управляет туроператорскими и принимающими компаниями, которые отправляют клиентов на отдых и обслуживают их на курортах. А также он имеет собственные гостиничные сети и авиакомпании. Это действительно сильное потрясение для, в первую очередь, европейских, как туристов, так и специалистов туристического бизнеса. Мы потеряли старейшего и крупнейшего туроператора, который осуществлял туры по всему практически миру. Свой бизнес компания вела в 16 странах, в том числе и в России. Общее число обслуженных клиентов за год 22 миллиона, а закрытие компании коснется 600 тысяч клиентов. За границей оказались 150 тысяч британцев, отдых которых Томас Кук прекратил оплачивать. Клиенты российских туроператоров защищены законом об основах туристической деятельности в Российской Федерации. Были ужесточены меры по регулированию и страхованию, собственно, ответственности туроператоров. Конечно же, наши туристы застрахованы, однако вызывают большие вопросы сумма страховки, которую надо однозначно уточнять, и хватит ли этой суммы страховки для покрытия всех расходов наших туристов. Учитывая все-таки что сейчас у нас невысокий сезон, количество пострадавших и не получивших финансовое возмещение за потерянный тур, оно будет незначительным. Туристические фирмы начинают исчезать и заменяются новыми, большей частью в онлайн-пространстве. Главная причина закрытия туристических фирм является самостоятельная организация поездок. Это некая трансформация бизнеса, и это просто конкретные неверные решения руководства в плане выбора направлений, в плане выбора объемов на этих направлениях. У туроператоров выбор направления и количество так называемых туров, которые они будут предлагать, должно скорректироваться за очень большой промежуток времени до начала этих туров. И предугадать, что будет через 3, 4, 5, 7 месяцев, через год, очень сложно. В более долгосрочной перспективе крах корпорации может затронуть туристические секторы на крупнейших направлениях компании, таких как Испания и Турция, и привести к закрытию сотен турагентов, работавших с Томасом Куком. Эльвира Зорина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Thank you.